Забеременела от Рома, а он ее бросил. В сети появилось любительское интервью бездомной, которая заявила, что знает фатальную кукушку с улицы Мечникова. И напомню, что неделю назад дворники обнаружили бездыханное тело новорожденного мальчика. Мать оставила его умирать перед дверью в подвальное помещение. На русской была, она жила с цыганом. Цыган, короче, бородатый такой, с усами, короче, плотненький, и он, короче, ушел. Примерно сколько ему лет? Ему было где-то лет 25. Ты уверен, что это она там бросила? Ты сказала, что она не хотела этого ребенка? Она не хотела, но она говорила, что я не хочу этого уродца. Кроме того, по словам девушки, горе-мать часто можно встретить в районе ЖД вокзала в сопровождении мужчины без ноги. И напомню, что полиция открыла уголовное производство и разыскивает эту виновницу трагедии.